Теперь общее мнение, лично мое, за эту кассетную деку. Я не знаю, в каких целях выпускал Пионер эту деку. Как по мне, ни о чем. Просто ни о чем. Может быть, они ее позиционировали только для того, чтобы прослушивать на ней музыку. Да, она в принципе играет. Второй, четвертый тип пленки, да, интересный, низы хорошо проигрывает, но не более того. Дизайн мне нравится. Мое, грубое, квадратное, но все пластик. Я думал сначала, что это алюминий, нет, это пластик, покрашенный под алюминий. Ну, в принципе, на этом можно этот обзор и заканчивать. Свое мнение я сказал, ваше мнение я всегда учту. Пишите в комментариях, что вы думаете сами за эту деку. Нужна ли она в коллекции, нужна ли она вообще дома? Может быть, нужна.